Эта свалка рядом с домом 4, корпус 1 по улице Глеба Успенского образовалась около полугода назад. В соседнем дворе обрезали ветки и скинули их на газон. Потом жители сюда же стали сваливать строительный мусор, а далее и бытовые отходы тоже. Плюс ящики из фруктовой лавки неподалеку. В итоге огромная куча мусора. Самое интересное, что в паре метров площадка с 9 мусорными контейнерами. Одни ветки меняются другими, то есть их спиливают, бросают здесь. Какое-то время они лежат, их убирают, и в этот же день накидываются новые. Также сносят строительный мусор, и вот в целом вот эта вся грязь появляется у нас. Мусор из контейнеров забирают регулярно. Наша съемочная группа становится свидетелем. Но отходы вывозят только с оборудованной площадки. Забудка, свалка. Куда носят строительный мусор? Вы его должны вывозить или нет? Должен, наверное. А вы возите? Мы нет. Почему? Потому что у нас машина не такая. Приезжает и другая машина, как раз к той самой куче. Рабочие складывают в кузов ящики, ветки и пакеты с мусором остаются на месте. Часто придем каждый день. Каждый день? Да, без выходных. То есть вот эти ящики появились вчера? Да, вчера их не было. Ветки тоже вывозят, но уже реже, по мере накопления. В контейнеры их складывать запрещено, а вот вывоз строительного мусора – это уже ответственность конкретного жильца, который мусор и произвел. По закону, собственник жилья должен заключить договор на вывоз мусора. Здесь этого нет, мешки просто оставлены. Мы обратились в ДУК Ленинского района. Там обещают в течение суток устранить свалку. Это контейнерка нам известна, эта контейнерка она всегда находится на контроле. Когда эта контейнерка наполняется до предельного значения, у нас туда приезжает бункер, мы его загружаем и контейнерку очищаем. Плата с жителей взиматься не будет. Это было бы несправедливо по отношению к тем, кто свалку не устраивал. Тем, кому не лень пройти лишние пару метров, чтобы выбросить свой мусор в контейнер, а не себе под ноги. Дальнейшая судьба территории будет зависеть не только от ДУКа, но и от местных жителей. Чисто там, где не мусорят. Тем более здесь контейнерная площадка оборудована. Служба информации, Александр Быков, Ренат Бекбаев.